Друзья, всем большой привет, с вами Страйкс, мы продолжаем играть в The Long Dark. Давайте загрузимся. Режим выживания загрузить, так главное не перепутать какой сейф, потому что у меня есть сейф, который я просто играю для того, чтобы ачивки получать. Как говорится, ну не ачивки, а вот эти вот, как они там называются там, достижения, что ли, типа того, которые можно потом применять. Думаю, почему не загрузилось? На самом деле все загрузилось, просто у нас темно. Темнота, темень просто. Так, что можно поделать в темноте? Ну ладно, давай еще посмотрим. А мы, кстати, отдохнули, нет? Мы не отдохнули, так что спим. Мы не отдохнули. У нас, кстати, выключено, чтобы мы не могли спать, когда мы уже выспались. Так, уже начинает светать. Давайте шарить, потому что мы пришли ночью, ничего не видно было. А вот в эту коробочку я уже вижу, кстати, кое-что, точильный камень. Так, в эту коробочку я бы собирал... Ага, у нас тут и нету ничего. Медикаменты, ну ладно. Давайте открывать. Ага, хер там, хер там. Нам нужен гвоздодер. Самое первое, что нам нужно, гвоздодер. Я уже вижу лампу. Это прям вин. Потому что лампочка, это уже классно. Так, лампочки есть что-то? Буль-буль-буль-буль. Немножко заправлен, да? Это классно. Потому что в домах шарить без лампы, ну прям совсем не вариант. Можно пропустить ценный лут. Например, патрон какой-нибудь или пачку патронов. Но вообще вот в этих вот ящиках практически никогда ничего тупого не бывает, кроме газет. Ну, может быть, батончик какой-нибудь, или вот баночка. Ну, вот сколько я не играл в игру, очень мало. Ну, металлолом бывает, да, попадается. Так, это что за это компьютер? Все лутаем, все смотрим. Полностью проверяем. Металлолом пригодится. Так, эти я все прошарю. Здесь у нас что? Здесь у нас вода. Здесь у нас что? Здесь у нас еда. Еда, вода. Еда сюда. Плохая, правда, банка была. Здесь у нас все, что касается розжига. Уголек забираем. Уголек, уголек, уголек. Так, у нас... Сколько-то там уголька, еще коробка. Сколько коробка? 20 минут. Если будет плохая погода, будем ломать коробку. Так, и вот эта коробка, да? Еще вот эту можно сломать. Так, две коробки на разлом. Смотрим. Нет ли ничего такого? Вроде видно. Лампу пока жечь не будем. Так, нужно ботинки сделать. Кишки сюда. А кролика сейчас пожарить. Так, это одежда у нас. И вот это тоже пусть сохнет тут. Так, есть кролик. Пока что свежий. Давай сюда будем выкидывать это для крафта. Это для крафта. Далее. Это тоже для крафта. Эту запасную. И один, наверное, шитейный тоже тут оставим. Так, это у нас тоже для крафта. Так, вскрываем дальше ящики, смотрим, что у нас тут. Крючок, неплохо. Нам нужен топор, гвоздодер, нож. Нож, топор, гвоздодер. Арахисовая паста, да? Так, во, нам есть чем починить ботинки. Сейчас мы этим и займемся, наверное. Крючок. Крючок пусть будет здесь. Там, по-моему, из крючка говна и палок можно сделать что-то там. Так, нет, это мы делать не будем. 1 градус, 0,5, фигня. Так, бинты можно сделать, 10 минут. Это у нас что идет? Ткань идет. Это единственное, что нужно. Так, крючок. Ага, леска, леска от кишки нет. Нам нужен еще тогда заяц один.
Не пойдет. Но мы уже можем сделать, в принципе, один селок, что уже гарантирует нам пищу. Заяц будет ловиться. Это хорошо. Так, смотрим. Здесь у нас новый предмет. Есть горючка. Горючка. Ну, 2 литра. Неплохо. Что у нас тут? Ящик. Ящик может быть пустой, а может быть за ним что-то есть. И здесь то же самое, да? Так, смотрим вот это. Верстаки обычно всегда что-нибудь может попасться. По инструментам, самое главное. Нам бы, конечно, гвоздодер. Еще один крючок. Ты смотри-ка. Так, есть аптека. Отлично, отлично. Есть аптека, это хорошо. Под столом, по-моему, ничего не лежит. Заходим сюда. Картонная коробка, картонная коробка. Здесь у нас что? По-моему, пустота. Эта банка у нас не юзабельная. С этой стороны нет ничего, кроме коробки. Здесь тоже коробка, коробка. Так, вот здесь на стеллаже ничего не висит. Нету. Здесь могут быть баксы. Но их тут нет. Пустые стеллажи. Одну баночку мы ночью нашли, и все. Здесь тоже пусто. Ну, здесь я тоже не пилы. Пила бы нам тоже пригодилась, хотя бы ветки пилить. И этого с шкуры разделывать. Не шкуры, точнее, а олени. Олени разделывать. Замерзшую тушу. Нужна пила. Вот, отлично. Хотя бы у нас... Нам бы хотя бы гвоздодер машины вскрывать. Я в одной из машин на заднем сиденье встретил. Нашел ружье. Поэтому... И причем, знаете, где было? На прибрежке, в самой дальней машине, как идти на разбитое шоссе. Так что, в принципе... Здесь тут ничего не... А, бывает еще, знаете, где? Вот под вот этим столом иногда есть это... Ножовка. Нету тут ничего? Иногда бывает вот под стеллажами. Скажите, Страйк, спасибо за свет. Спасибо за свету. Нету там ничего. Еще раз пробежимся. Особо сжечь не будем, но чтобы вдруг что пропустили. Так, по уголкам пошарим. Здесь точно ничего нет. Ага, пустая банка. Пригодится. Ну, это все остальное ломать. Коробки ломать — это труд. Маловато. Ну, нам надо починиться, и нам надо пожарить мясо и воды скипятить. Хотя воды нет. Воды нам не... А, во, во. Вот это спасибо. За вот это спасибо. Давай, наверное, сюда складывать. Хороший ремонтный этот. Можно будет чинить. Все, больше тут ни хрена. Не, ну может быть в ящиках что-то есть, конечно. Но и то не точно. Так, убираем. Что смотрим по одежде? Что у нас вообще починки надо? Это у нас что? 78. Все надо чинить. Пока у нас крафтового нет, нам надо все чинить. И шапочка нужна. Все нужно. 7 градусов всего. Давайте, чтобы у нас не тухло. Это у нас хорошее, да? Давайте заберем, заодно кишки тут погреются. Так, можем топить. Блин, я сковородку там оставил в этом. Сковородку оставил. Так, это тоже сырая, да? Жалко, в машине нельзя. В багажнике только можно выкидывать. В багажнике не так портится, потому что холодно. Так, конечно, блин, я эту... Не сковородку, точнее, эту купил. Ну, вы поняли. Так, придется вот такими топить.
эту самую оставил, кастрюлю. Все по нулям, да, по первому уровню, ничего не прокачано. Это надо, там много всего выживать, чтобы у нас появились ачивки такие, чтобы можно было брать. Так, 3 минуты, подкину срочно. Так, главное книжки не сжечь, они нам еще пригодятся. Так, 2 часа у нас, ой, час у нас чем-то есть. Готовим зайца. Еще одного зайца. И сейчас водички тоже в этом растопим. Так, 4 минуты, быстро готовится. Кишочки сушатся, эта шкура тоже сушится. Так, это у нас что? 3.36. Вот это мы сразу сейчас съедим. Это маленький совсем кусочек. И поставим водичку. Так, и делаем воду. Банка, вода. Поехали. 19.32. Едим мясо. Пьем водичку. И можно что-нибудь подделать. Так, 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 куда я убрал эти все ненужные? Вот это возьмем. А, я, по-моему, не могу из этих делать. Мало, там надо, по-моему, больше кусков. Сейчас посмотрим, что там можно, чтобы скипнуть. Ага, где угодно можно делать. 15 минут, нормально. Как раз скипнем воду. Так, вода закипает через 13, здесь 7 минут. Можно еще что-то сделать за 10 минут, например, бинт. Так, закипание 1 минута и 25 минут заяц. О, до пригорания, точнее, заяц готов. Так, отлично. Насколько здесь еще 41 минута? 41 минута только воду. Хотя можно, в принципе, эти факелов понабирать. Сколько у нас воды? Здесь 3,6. И здесь 2 литра. 5 литров. Берем факел. Тушим. Подходим с другой стороны. Берем факел хреновый. Тушим. Берем факел. Тушим. Так, у нас есть 3 факела. Если что, можем отбиваться. Банк пусть будет тут. Чем мы можем поесть? Давай мясо съедим. Хотя стой, 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 стой. Можно отмену делать. Жалко, что эскейп не работает. Так, мясо сюда. Что самое голимое? Будем жрать. Что, прям такой съесть? Блин, можно было разогреть вот эти нормальные, да? 23%, блин, опасно. Опасно жрать такое говно, но... А, подожди, я руками скрываю, да? У нас же нету ножа. Блин, мы часть теряем. Банка вскрыта, 15 потеряно процентов. Блин, отстой. Ладно, хрен бы с ним. Так, у нас что тут? 12.19. Ну, это все сушится. Давайте делать. Что мы можем поделать? Нам бы одежду, конечно, починить хотя бы какую-то. И проверить, как у нас вообще там по погоде. Так, давай скинем, что нам не нужно. Вот это... Ага. Погоди, стой, стой, стой. Стой, 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 стой. Повязка. Повязку с собой оставим. Вот это сюда. Крючок сюда. Один этот сюда. Так, точильный камень, наверное, тоже пока один сюда. Он нам не нужен. Топот для фонаря. Сейчас заправим фонарь. Это у нас... А, погоди, нет. Это распилитель пней или как-то растворитель пней.
Это важная штука, это нужно. Из него порох, по-моему, делается. Так, так, так. Да, это в медикаментах, пусть будет. Нам, знаете, что надо? Действие заправить. Просто перельем все. Так, у нас там пропало нормально. И нам надо починить ботинки. Починить ботинки. Сколько мы будем чинить? Нам надо в машину сесть. Так, ботинки, конечно, говно. Чинить мы будем 30 минут, в принципе. Но у нас одна кожа, да? Так, берем камушек. И го в этот самый, в машину. Чтобы волки не сожрали нас. Почему машину? Потому что машина вроде как не считается укрытием, хотя хер его знает. Иногда я в машине... По-моему, в машине можно клаустрофобию лечить. Это напишите в комментариях. Можно? Нет. Потому что вроде как машина практически... Почти... Ну, то есть тут холоднее. Ну, короче, не знаю. Посмотрим. Так. Здесь просто светло, чтобы нам фонарь не жечь. Давайте мы будем чинить. Чинить, чинить, чинить. Главное, чтобы кожи хватило, там все дела. 50%, ага, фиговенько. Нужна одна кожа, но в принципе, если мы разберем кроссы, то мы сможем починиться, да? А если мы сейчас заменим, у нас уже как-то баф есть, но защита лучше, да? Тяжелее они, правда, в кроссах-то, конечно, бегать получше. Кросс у нас на сколько? Ой, у нас кроссы-то стопроцентные. Давай, наверное, пока в кроссовках побегаем. Так, нам бы машинки поюзать. Трактор пустой. Закрыто. Волки воют, страшно, бляха-муха. Так, револьвер, отлично, можно... Не, ну в машине можно сидеть учить. Можно даже ночью учить эту. Как его? Ну, книжки читать. Клаустрофобию можно вроде в домиках в этих, в рыбацких, спокойно прям вообще. Здесь капоты все закрыты, да? Здесь ничего такого не валяется. Кстати, медведь тоже сюда ходит, так что это не особо тут безопасное место. Вообще, в принципе, здесь место не здесь. Ага, вот здесь я, по-моему, могу через перчатки кожу получить, чтобы нам кроссовки не ломать. Ну-ка, погоди. Если я... Ага. Разбирать 10 минут. Во, нормально, кстати. Это лучше, чем разбирать кроссовки за час 12. Лучше я порву перчатки. Так, и давайте мы починимся. Чинить ботинки. Нам ботинки, конечно, по защите и гораздо лучше. Так, 75. Вот по идее они уже должны нам апать. Опа. Так, лучше по ветру, лучше от снега, лучше защита. Но вес, меньше бегаем. И пока что морозится-то у них никак. Ну ладно, может еще найдем. Так, успеем до того домика. Знаешь, мороз меня сейчас меньше всего беспокоит.
Меня больше всего беспокоит обычно дикие животные. Тихо. Не кипишуй. Так, вот эти перчатки на нас такие же, да? Эти чуть-чуть похуже. Нам бы рабочие перчатки, конечно, пригодились. Я один раз так заночевал в машине, а здесь бах, и ружье было. Прикинь, я это только на следующее утро аж заметил. Багажник закрыт. Помните, когда я говорил, что в скором времени будет возможность этот самый доставать? И время пришло. Ведь они сделали, что можно этот самый доставать, как его, аккумулятор. А ведь я ванговал еще, наверное, в 17-м году про этот аккумулятор. Потому что он был прорисованный. Не просто же так они его прорисовывали. То же самое, как не просто так они прорисовали бачок, который открывается. А это значит, что, может быть, когда-нибудь сделают, что оттуда можно сливать бензин. Может, шланг какой добавит, еще что. Я все жду, знаете что? Капкан. Большой такой жирный капкан, который будет на медведя. Металлолом. И еще что-то. Я бы, знаете, как бы заделывал, чтобы по балансу было. То есть для капкана нужно этот самый, естественно, металлолом. Металлолом. Леска, возможно, какая-нибудь, да? Или даже цепь. И крафтилось бы это в горне, вот в этом, на маяке. То есть обязательно нужно было что-то скрафтить такое. Вот. Тогда было бы это не так доступно, как другие крафтовые вещи, да? Обязательно нужно было бы идти на маяк. Но при этом был бы тяжелый такой капкан. Можно было бы ставить на медведя, можно было бы ставить на волка. Было бы гораздо интереснее, потому что перед домом была бы хоть какая-то защита на высоких сложностях. Потому что, ну, сейчас, ну, вообще жопа. Если тебя эти животные не боятся, то это будет пипец. Так, тут у нас что, все там залутали, да? Чаек, кофеек, нет? Пусто, не густо. Нам нужна куртка. Куртка, куртка. Супер куртка. Так, без этого я не вижу. Нагнись и посмотри. Нагнись и посмотри. За каждый угол ты зайди. The Long Dark он такой. После The Long Dark у каждого в доме прокачался скилл искать вещи. Так, ботинки есть, кстати. А, хуйня. Ну, в принципе, можно их разобрать и сделать свои ботинки, как вариант. Кстати, вот этот дом, наверное, по безопасности лучше, чем этот самый. Чем тот, который рядом с заправкой. Потому что тот он вообще в низине в какой-то. И выходит он как раз и к озеру. Так, поношенные джинсы. Я не помню, у нас там есть вторые джинсы? Одежда, термобелье, если что, можно порвать это все. Так, второй красный свитер, это хорошо. Потому что вот это вот... Она немножко хуже. То, что сейчас вот только что нашли. Так, есть шапка. Отлично. Есть шапка, это хорошо. Кровать ничего не дает. Мне интересно, что под кроватью. Ничего нету. Так, все, тут все заюзали. Можно выключать. Тут ничего. Носки разберем. Водичка. Мы, естественно, отсюда слиняем. И слиняем мы на новую локацию. Обязательно. Но не сразу. Так, что у нас? В принципе, второй день почти, да? Так. Есть вот эта штука, можно разобрать, в принципе. За 20 минут получим ткань. Ну ладно, это будем скипать, когда где-нибудь в машинке от волка будем прятаться, да?
Батончик 29 только не сдохни. Живем. Баночка. Блин, стой. Там же ножа нету. Лучше этого не делать без ножа. Иначе теряем. 15% это много. Или если скилл не прокачаем, то это будет прям беда. Так. Медикаменты более-менее добываем. Красный свитер больше, лучше. Одеваем. Здесь ничего не нашли. Шапка. Одеваем. Так, подожди, это у нас по защите 0. Это у нас нижний слой. Это у нас... Где у нас верхний, где у нас нижний? Подожди. Защита 6. Ну-ка, погоди. Снять. 5, 6... Нет, погоди, шапку одень сюда. 6, 6, 8. Вот так лучше. А, это оба как нижний слой получается, что ли? Вот здесь, к примеру, видно верхний слой, здесь вот нижний слой. В этом есть разница, а здесь, походу, разницы нет. Так, еще одни штаны. И нам надо бы их починить. Они 42 плохие. Пока что лучше джинс, у нас до армейских ничего нету, поэтому как бы как вариант вот так вот одеться. Так, по носкам варианта нету, да? По штанам. Штаны только на запас. Вот эти надо починить. Чинить. 30 минут ткань. Чиним. Ага, хер там. Семьдесят два. Ну, хоть что-то. Так, вот эти носки еще нужно. Так, 70-73. 90-72 пойдет. Надо чинить, конечно. Шапка какая? Ну, шапка такая себе. Ну, точнее, она хорошая, но она не лучший вариант. Так, ладно, что у нас? Здесь я залутал все. Если я все залутал, в принципе, ночью мы могли бы и здесь, конечно, заночевать, если что. А можем пойти эту самую... еще куда-нибудь пройтись. У нас, правда, ни хрена нету ничего. Нам бы хотя бы пилу. А здесь мы, наверное, и не найдем, да? Нам только в рыбацкие домики шляться за пилой. Скорее всего. Сколько у нас там времени? С камня, конечно, ты не убьешь этого волка. Аккумулятор не стал попадаться. Здесь всегда на прибрежке был аккумулятор. Так, погода, конечно, нам жопа, да? Здесь вот мы пока не мерзнем. Но, опять же, ночью с каждым разом... Ветер, зараза, блядь. Для чего я капот открываю, чтобы знать, что я тут лутал? Потому что когда машина капот открыт,
Я уже знаю, что я здесь был. Так, еще вон та машина. Еще одна машина осталась. Косолапый, бляха-муха. Сечешь? Медведь, блядь, под домом. Есть ачивка кинуть камнем в медведя? Пиши в комментариях, есть ачивка такая? Сейчас затроллим. Не, ну ты видел, прикинь, медведь идет. И это я еще сделал мало медведей. Может, он уже в обход пошел? Но здесь он не пробежит. Он только с этой стороны может. Хотя, может быть, вот эти вот штуки не зря поставили. О, бляха-муха. Может быть, он сюда не добегает? Если что, сюда. Ачивка, блядь. Заходи. Блядь, чуть не сожрали. Фух, я не видел, что он там бежит, не бежит. По-моему, бежит. Ухо приклади. Но вот не слышно. Смотрите, они когда новых волков добавили... Их слышно. Их реально слышно. То есть новые волки, которые под домом ходят, они скребутся, воют, рычат. Их слышишь. Клёво было бы, если бы медведь пытался залезть в домик. Ну, по крайней мере, он бы это по виду делал. Тогда было бы страшно как-то. А так, херня. Так, ладно, нам надо что-то починить. Что-то починить, зашить. Здесь все у нас сохнет. У нас есть еще на запас шмотки, в принципе, неплохие. Давай куда-нибудь в шкаф. Вот сюда. Так, есть у нас запас. Термобелье, термобелье. Перчатки, перчатки, перчатки. Есть такие же носки. Еще одна эта. Есть две куртки. Вот, точнее, эти толстовки. Ну, уже неплохо. Ботинки только надо починить. Ботинки кожи нету, да? Ну, выход только один, читать, сидеть. Вот, ну на этом серия закончена, поэтому, кто хочет продолжение, приходите в следующую серию. Будем продолжать играть. Пиши, комментируй, ставь лайки. Подписывайся, всех жду. Пока-пока.